дружному, доброму, хорошему коллективу захотелось что-нибудь сладкого, малокалорийного, легкого и, конечно же, вкусного. Хочу поделиться своим легким вариантом очень популярного десерта или выпечки «Strudel». По-английски говорят «Strudel», по-русски «Strudel», наверное. Но это не важно. Важно, что готовится легко, просто и свободно. Понадобятся яблоки, которые мы собирали, когда отдыхали, пока остались. Немножко кисловатые, дети не очень предпочитают кисловатые, но для этой выпечки очень хорошо подходят. Понадобится... Уже для нас кто-то постарался, часами приготовил это тесто фило. Тесто фило я сама не готовлю. Здесь продаются иногда очень хорошее качество теста. Или недорогое, 2 доллара с чем-то копеек. Но готовить очень трудоемкая. Да, очень трудоемкая работа. Я сама не готовлю. Думаю, на ютубе будут tutorial, how to make it. Еще понадобится изюм. Если не любите изюм, можете не добавлять. Или можно клюквой заменить. Я в прошлый раз клюквой приготовила, очень вкусно получилось. Можете добавить орехи или пекан. Пекан тоже что-то вроде орехов, но более жирные и очень вкусные. Можете поджарить чуточку, можете так сырые добавлять. Я про яблоки сказала. Масло берите или сливочное растопленное. Или у меня кокосовое масло есть? Какое предпочитаете? Кардамон, корица. Кардамон тоже можно добавить. Зубчик или 2 зубчика, если очень крепкий аромат хотите. Еще добавляю чуточку мускатного ореха. Тоже по желанию. Не хотите, не добавляйте. Сахар, у меня кокосовый сахар. Берите или обыкновенный сахар, или коричневый сахар. Тоже очень хороший вкус подает. Кажется, все сказала. Да, и сейчас быстро почищу яблоки, порежу, поджарю, добавлю свои специи и покажу, что делать дальше. У нас опять шумно. Не имеет значения какого. Они только что молчали. Я начинаю вместе со мной. Какие кусочки хотите, такие и режьте. Я такие тонкие, длинные кусочки предпочитаю. Духовка уже разогрела 190 градусов, если забыла сказать. Яблоки готовы. Сейчас можно столовую ложку, можно 2 столовые ложки. У меня... Это безрецептный рецепт, честно говоря. У меня где-то 250-300 граммов яблока. Можно полкилограмма яблок, если хотите большое приготовить. Из фило возьму 3 или 4 лепестка. Они стандартного размера. Измерю, потом скажу, какой размер. На такую порцию добавлю столовую ложку масла. Потом вот так почищу. Яблоки пойдут сюда. Наверное, горсточку орехов добавляю. Маленькую порцию сделаю, а только один рулончик сделаю или рулет. Дети не любят, только я одна кушаю это, а я одна не такая уж могущественная. Можно мелко, можно не очень мелко порезать. Орехи, кокос сказала, не помню. Чуточку кокосовой хлопья добавлю. Тоже optional, то есть хотите, добавляйте, не хотите, не добавляйте. Ваш strudel, что захотите, то и добавьте. Изюм очень подходит. Немножко изюм, тоже горсточка или целую горсть. Сахар, если... Яблоки кислые, можно добавить где-то 0,5 стакана, если не очень. Если сладковатые, 1/3 стакана можно добавить. И в конце все-таки можно проверить на вкус, если захотите еще немножко сахара добавить. Но если много добавьте, уже убавлять не сможете, так что имейте в виду. Сахар на глаз добавила. Натмег. Натмег
мускатный орех. Совсем немножечко, вот так вот. Кончиком ножика или ложика. И пол чайной ложки корицы добавлю. Корица с яблоками очень хорошо дружит. Поставлю на плиту и буду варить, пока все это растворится и превратится в одно красивое, ароматное явление. Очень сильно жарить не надо. Вы хотите, чтобы яблоки совсем уже иссякли. И надо. Немножко хрусть пусть останется, чтобы напомнили о себе, что яблоки вообще-то хрустящие фрукты. И надо остудить. Несколько минут, потому что горячую начинку не надо в тесто добавлять, да? А нам опять большие ящики принесли. Ну, не кастрюли, кроватки. О, вопрос, хотите вместе будем ремонтировать комнаты детей? Если хотите, в комментариях напишите, потому что, знаю, очень многие соскучились по рецептам, поэтому хочу, чтобы по вашему желанию были влоги в этот раз. Ждем. Сейчас на вкус. Очень вкусно и хрустит немножко. Можно так немножко айскрим, немножко ванильное мороженое на теплую начинку и просто так кушать. Вкусно. Посыпать немножко печеньем. Очень хороший десерт будет у вас. Но сегодня мы не для этого собрались. Тесто фио уже у меня растаяло, но обычно надо держать в морозильнике, чтобы не испортилось. Возьму 3, можете взять 4 лепестка. У нас обычно продают этого размера. Сейчас скажу. Даже размер не имеет значения. Значит, это 16 сантиметров. Надо немножко намазать противень маслом. Чуточку. Чтобы не прилипало. Хотя не прилипает, честно говоря. Фило, когда мажете уже лепестки маслом, это масло придается к противню и не прилипает. Берем первый лист. Делаю 3 листа. Можете 4, более такой, знаете, какой получится? Многолистный. Получится 4-листовый. Иногда это фило так рвется, такой противный характер. Это я так кладу, потом буду закручивать. И вот масло. Чуточку. Очень много не надо добавлять, да, масла? Хотя фило без масла, это уже сказала. Как называется? Paper. Бумага. Вот так делаете. Еще немножко. И второй лист пойдет. Надеюсь, нормальный лист пойдет второй. Агитамазас. Этим тоже не терпится, чтобы их комнаты уже отремонтировались и все перешли в свои комнаты. Вот так, чуточку добавляю и потом щеткой размазываю. Распространяю. Последний.
Вы, поскольку знаете, что фило очень быстро сушится, надо сразу же закрутить. И обратно или в холодильник, или если хотите еще что-нибудь приготовить, еще что-нибудь я приготовлю для вас этим тестом очень скоро. Окей, это пусть пойдет в эту сторону и нам не мешает. Сюда тоже добавлю пол столовой ложки. Аккуратно намажем. Кладем начинку туда. Иногда между слоями вместе с маслом сахар добавляют, но нету смысла. Я все рецепты уменьшаю в калории. У меня такая привычка, и я этим очень довольна. Начинка пойдет в следующий. Где наш? Окей, это возьмем. Туда-сюда кидаться не будем. Начинку оставьте края, чтобы легко было завернуть и чтобы начинка не выползала. Okay. А то надо оставить немножко как бы свободное место и свободные краешки. Так сделаем, чтобы легко было закручивать. Иногда рвется. Ну, надеюсь, сегодня не иногда. Это тоже сюда. И пошел. Шов должен быть внизу. И даже не надо его мазать, потому что я намазала противень, у меня уже масло сверху намазано. Будем печь где-то 35-40 минут, в зависимости от размера. Если такой большущий еще слоеным тестом сделаете, 40-45 минут даже надо выпекать, чтобы хорошенько испеклось. Это 30 минут хватит. И увидимся, когда уже все будет готово и все будет позади. Все мучения будут позади. Поставлю 30 минут. Испекла 37 минут. Хотела, чтобы хорошенько прорумянился. Чуточку истек из шова. Но это ничего, не страшно, не бойтесь. Дадим немножко простудиться. Посыпем этим волшебным порошком, и у нас будет готовый штрудель. Легкий, как бабочка. И ждем. Я стараюсь аккуратно перевести на любую другую поверхность. И, конечно же, это необходимо просто. Очень люблю эту игрушку. В ссылках поставлю, если хотите, тоже берите. Нам такие игрушки всегда на пользу. Все, скажите, что это гораздо легче и не пропитанное десерт, чем с слоеным тестом, жирным, очень таким ужасно калорийным, неполезным. Видите, там должно быть больше яблок, чем теста. Видите, всего лишь несколько слоев теста. Даже никому это не помешает. Если даже вы на диете, это вам позволяется, окей? Я позволяю. Еще немножко горячий.
Но сейчас тоже фотки сделаем и попробую. Съемки закончили. Ссылка на мой инстаграм внизу видео. Можете в инстаграме за мной следить. Я там выкладываю все, что преднамечается. Значит так. Нам нужна такая штука, чтобы легко справиться с этим рассыпчивым десертом. И хотите, чтобы немножко сахара, да, добавила? Чувствую. Я все ваши желания чувствую. И хруст. Пробуем. Изумляемся. Очень вкусно. Как будто ничего не съела. Вот так вот. Ингредиенты и порцию в ссылках на... Нет, не в ссылках. Под видео поставлю, вы тоже попробуйте. Если понравится, хорошо. Если не понравится, больше не готовьте. Еще кусок за вас кушаю. Хотите, чтобы доела? Как вкусно. Все. Всем огромное спасибо, что меня сладким покормили. Огромное спасибо за ваши добрые, хорошие слова, за ваше добродушие, за вашу поддержку. Всех вас любим, ценим и уважаем. Будьте здоровы, увидимся. Как же это вкусно, дорогие друзья, товарищи. Еще кусок.